Это все семечками. Вот. Угу. 30 секунд до начала сражения. Во, Гира, есть карты, есть все, ребят, всем удачи, красивой игры, зрителям, ребятам удачки, полетели. И у меня на комментаторе нельзя эмоции это показывать, а ну-ка. Давайте перки пока глянем, именно кто как стратегию будет свою в голове держать. Очень манга мультикаст может сыграть хорошо, да. Пяти драконы есть, тоже может против флекс играть в теории какой-то. Кому-то на пант повезет, если на пант снайперов, на рипере очень высокий левел может постоять до 19-го. Вот, ну и карточки — это основной момент, да. Карточки на... Ну да, тут карточки мультикаст не закомбинишь, потому что на 15-м раунде только карточки можешь начинать выбирать. Вот, ну посмотрим, ребята, может справиться. Смотрим, кто панду нашел. Пока никого панды нету. Ладно, музыку все-таки на фоне включим. Чилим. Слимчик я не играю, я просто смотрю. Я знаю, у меня рассинхрон просто. Последний. Так, тут эльфы плюс мех. ЖК оставил только мехов с барой. Ток пустой стол. Бега пустой стол вары. Тратил снайпер. На победку снайпер. Никакого пант нету. Все чилят, да? Ну, все в десятке эйков, кроме на победку. На победку паролил. Но панду не нашел, да? Кто, кстати, 19. А, ничего, продать 20. Ну, он ничего, по-моему, удар. А, пятый раунд, да, все верно. Да, будем. Второй раунд будет? Не, Нурба не будет. За одну игру отыграем. Я не успел, да, я таки понял. Кстати, тут почти Book of Dead, да, 2. Не хватает итема. Что еще у нас? Панда снайпер первый пошел. Второй пошел, ЖК. Ну и Люф только шмотки открыл. Больше никто не открывал. Ребят, ничего страшного, потом может еще какие-нибудь розыгрыши придумаем. Может. У Сириуса еще есть арканы там за пазухой. Так что... О, Некра, кстати, кто-то собрал. ЖК как раз, где она? Да, у меня у Сириуса есть. Думаешь, есть? На Виверну? Как считаешь? Не, Виверну уже закрывать нельзя. Но можно, пожалуйста, подарить. Просто подарить, согласен. Давайте курьеров посмотрим у ребят. Какой самый красивый курьер. Он TikTok, смотри, какой курьер выбрал.
копишь. Плюс карми, я считаю. Плюс карми. Угу. У него там свечки какие-то. Романтик, смотри, получается. Он еще ее одел. Так, тут демоны. О, кстати, у тротила красивый курьер носорог. Я бы такого хотел скрафтить. Блин, мне не нравится. Ну, он достаточно тяжело собирается, так, по-моему, красивый. Я так понимаю, там сейчас бант будет. Так, сейчас посмотрим. Ну да, нет. Тут пока панда не принесла, особо комментировать нечего. Что ребята именно заранее, может, планируют, может, смотреть. Тут стрикер есть уже. Ну, стрикер, да. Амаформосус. Угу. Ему зеленая панда, два снайпера. Тротила, кстати, в нуле, когда сидит. Паролил, но ничего не нашел. Как не нашел? А, стоп, не нашел нему. В порядке. Он очень много даже нашел. В порядке, да. На победку Растик, помимо рыбалки, да. О, ТикТок столько поставил панду, самое время, я считаю. 40 эко. 40 эко вообще. Ох, не, хорошая ситуация, учитывая, что карточки есть, это на самом деле. Грейтволд есть? Грейтволда нету. Эко очень важный момент, да. На самом деле, ребята на рыбалку все рассчитывают. Так что, тем интереснее. Кстати, ставочки можно в это время делать, ребят. Если попросите, мы можем ставки делать. Скажем так, я уже сейчас поставку поставлю на D в 15-х. Потому что на 10-й мы не успели. 5 волков. Можете ставку делать. 10 раунд дефаем. Желательно всем задефаться. Прям вообще желательно. Желательно, желательно. Вроде все расставились. Вот там сложный деф. Там еще и Тэчис есть, кстати. Вот так круто Далек. Получается, если Тэчис еще придет. Вроде все дефы так на глаз. По голде, по эко, давайте посмотрим. 64, 63, 56, 60. Маловато. Манга, вот как раз восстанавливать эко. Рипер. Фишки сразу нельзя брать, если что. Рипер, инстрик. Япон, кстати, сейчас посмотрим, какие шмотки. Имена, маркиз, на эко пошел. И здесь два этих задержали, да? А, ну ЖК не дефнул, Гена не дефнул. Он на победку задержал, возможно, там карточки как раз. Давайте Вегу чекнем. А, он, возможно, даже раньше шмотки открыл. И причем ему одна шмотка упала с десятых. Он его, по-моему, взял, то есть получается, если 15 деф, то сундук один открывает. Так, тут планка работает. Не прилетел еще никому? Не, никому не летит. Маркиза всего лишь 3 этих остался. Семени. Сейчас прилетел. Прилетит. А, прилетит. Ну, хотелось бы. Будет совсем неинтересно, если он в рыбалке на командира не залетит. Угу.
Че, играете? Питерлак, вот разыгрываем. О, первый. Ну вот оно. Первый пошел, Кира. Ставить его нельзя, да? Есть же. Так, это получается визард-то есть, не повесь. Одного визарда нужно найти, то есть тут за счет винстрика голда будет первый ролл на 15-м. Причем не крат все-таки собрал, да? Не факт. Не всегда дефает один мехи. 15-х. Ну, смотри, с таким шмотом. Шмот... будет зависеть. А с таким шмотом, как считаешь? Некрономикон. Я не знаю, какой у него шмот. Некрономикон и став. Не, тут, мне кажется, вообще легкий деф. С таким шмотом прям всегда деф. Значит, человек собрали 8. Ролик, да, мне кажется. Так, грин, грин, рикс, о, ребят, кто на английском, ребят, ответьте, что мы разыгрываем аркану на SF и зрителей, участников. Я следующий, Питер Лак, ты опоздал, тут все-таки... Ну, ребят, все-таки большой турнир на одну аркану.
Так, в общем, ЖК ролл имеет. Амуфармасус. Ролл имеет. Ну, причем его поражал сразу. Мультик был, да? Было, наверное. А, нет, он его поражал, может, даже на 15-м. Нет, два раза поражал, скорее. Привет, бандиты, здорово, Краби. У нас тут фан-игры со зрителями. Мини-турнир, розыгрыш арканы. Так, смотрим, кто что. А, карточки вообще никто не берет, просто никому не пришли карточки. Илюш вообще не дефнул. Анлук получается. Анлука, да, не очень зрелищно получается. Смотрим, кто как будет реализовывать. Гены Гирич пришел. Орки с гирок, с течесом гирокоптером. Шмотки есть. Хороший стол. Хотел же стиме, к нему Дум приходит. Чей Дум раньше скастит. Вот за... Кастинг гира. Нет ролла. ЖК есть ролл. Амофармасус. Как раз маркиз к нему заходит. Но у него по шляпке хорошая на гира. Гира со шмотками. Ну, сейчас подышится. Нет. Нет, тут Тинкер победил. Да, минус ролл. Причем с мультикастом, как я говорил. Мультикаст это очень круто. Маркиз с мультикастом, но он без мехов. Так, ТикТок там план придумывает. ТикТок единственный план, это выйти в 9 и на 25 сделать первый ролл себе. То есть он за счет манга так может попытаться сделать, но тяжело будет. Он ловит, к сожалению. Угу. Так, тут мехи на мехи играют, СЖК с тротилом. Тротилу тоже мехи на мехи зашли. Тротилу, по-моему, дефают. Это от Тинкера много чего зависит. Нет, кстати, Тинкер может выжить здесь. Да, выживают. Если повезло так. Короче, все, кто на мехах, все дефнули свои раунды. Шмот будет решать на 25-м. А роллы, конечно. Так, ну Вега тут не пытается выигрывать. Оба! На главу Варлорд прилетел. Ну да, кстати. Варлорд, квадрат. Уши из троллей надо на гонщику делать. Кафе. Кстати, нормально. Блин, они еще, видишь, ролл дают. Мехи с мехами дерутся, против других выигрывают. Стены ничего не закрылось. Но ван-оффы очень сильные. Очень сильные, да, ван-оффы. Сейчас ТикТок зашел. На фармасу с ролл не пожал, при этом он с мультикастом. Смотри, какого ролла сильный. Много дамага на мой. Так, все мехи, все дефаются. Вот между ними, получается, скорее всего, разыграется топ-1 здесь. ТикТок слабые. Ну, конечно, там. Пока все душнило в турнир, потеть надо в рейтинг идти, давай, Сим. Фил, тут два инвокера закрывают. ЖК Дизраптора. Но Фармасус имеет мультикасты. Типов хочет так дефнуть. Тут, кстати, Архварден именно два гира не работают, но по сути то же самое, да. Тут. Ну, потому что мипа. Здесь нужно два мипа, чтобы стояло, чтобы именно работало дубликаты. Потому что мипа ломает. Четвертый раунд. Ну, кстати, есть
И дракон зашел, ну, гейм этот дизраптор, да, решает. Красный стрик, все дела. Противо гена как раз пробил. Ну, бывало, второй пятичка прилетят, и Роун нашел так. Второй прилетел. Ну, кстати, он сейчас шестимеха сделал, да? Но не факт, что это дефнет. Ну, ему нагу нужно, он это не дефнет, ему тоже срочно нагу нужно вместо тэчиса. Ну, да. Я думаю, да, тут очень тяжело дефнуть. Тэчис нужно тоже еще в серединку ставить. Угу, даже до фанга все равно лучше будет. Ну, да, тут тяжело дефнуть все равно. Ну, конечно. Ну, вот нага нам очень сильно много дала. Давайте посмотрим. Да, тяжело дефнуть. Ну, три меха оба. Все трое дефаются. Посмотрим здесь, как мультикасты поедут пропить. Первый мультикаст пошел. Два гира сходу, опа. Тэчис. Так, дальше не нажимаем, да? Какой стол сильный. Тоже, да, на подходе все. Бука так и нету, да? Так, Тортила всего лишь 2 инвокера. Ну, Тортила так себе, то есть по лягам. Лайт Питинг, здорово! Что происходит? Мы Аркану разыграем на Сефа. В лире по рыбалке, то есть одна игра. Ежикевич, Макажопер, король шаманов. О, кстати, Маркиз этого спектра закрыл. Четырех бист, получается, 102 чена. Тра. У ребят тоже очень сильные. Там Дум с Радиком. Прикольно. Дум с Радиком. У Маркиза? О. Нету, у Веги. Угу. Но... Это маловато, да. Одна маска нужна, чтобы ковдет был. Тут у троих вон ковдет. Красный стрик на мехях еще играет. Тоски. С рипером, то есть левел сам набирается. Яблочко, яблочко. Тут, походу, близко к Акире какие-то будут. Аркварден, дубликаты, 2 тэчиса я вижу. И копы будут. 2 гира, то есть тут невероятно сильно будет. А тут Зевса поставили. По воркам. Ситуация лучше, наверное. Ум с Радиком. Ну, отключен сильно. Себе чен риснул. О, ты два Свен, кстати, ты два Свен. Два Свен, тэчис есть.
А, у тротила не стоит этот. Точно, да, вот точно надо поставить. Стенаги. Ну, это зря он поставил СЖК. Два дизраптора, они все равно не будут дублировать, правильно же? Очень зря, да, очень зря надо потом. Конечно, варлок лучше был. Ну, тут варлоки были бы лучше. Да. Все-таки было. Сильнее тротил. Человек тротил. Тротил стрелять успеваю. Так, тротил без рипера, да, без рипера. Все дефают, но мехов не получают, по-моему, да. 5 человек осталось. Но преимущество того, кого мультикаст, у него слишком много тут лег. Нигде нет Свена. Ну, у тротила плохие роли, видимо, вначале были, но потом Свен зашел, видимо, в одном роли. Вроде что-то близко на один ролл, похоже, было. И 30-х же, он точно так 30-й. СЖК. Ну, он все еще не поставил варлока, да, тут на самом деле. Ну, за счет Арквардена, может, я не знаю. Да, два дизраптора очень плохо, на самом деле. А было орков лучше поставить. Не, эти танкуют, дефают, танкуют они. Ролл получил. Угу. Так, на подметку 4 убийств, 2 рейки. Тилты 2 Тайдхантер. Так, ты 2 спента, 2 тайт. Атос. Ответка. А, красного кольца не хватает до... Как этот шмот у нас называется-то? Айрон диска. Мирошил. Нет, мирошил, да, мирошил сильный. И там... Он все еще не убирает. Здесь нереально купить. Да. А здесь да, нереально. Два Зевса. Два ЖК. Да, все еще. На самом деле тут же можно было как раз вовремя Зевса ставить. Отказываться от мехов, возможно, да. Может, и как он раз... еще перк не взял, кстати, или у меня не пок... Он перк не взял, да. Он, смотри, он Гиры сейчас убьет. Нет, не убил. Вообще, как же гений везет здесь. На победку вылетел, оставил репку свою. Так, Маркиз проигрывает в одного Арквардена. Здесь роллы получают и под рипером. Тут очень хорошие. Тут и три леги, по идее, могут быть. Тут реально вот поставить сильный стол, да, и Зевсом. ТП вынести, потом за два раунда кого-то может убить, кто как раз может нафармить, пока на мехах стоит. Я думал, что тут самое время, мне кажется, Зевса ставить. Вон, Гина тут сам знает, что делают. Смотрим. А, Book of Dead здесь Book of Dead и Дагон второй. Ну да, здесь очень круто. Кстати, Гена поставил, видимо, послушал. Потому что тут уже роллы получать прям тяжело, я считаю. Тут уже таким столом. Вот Ретил Стрик сбивает. Он сам проигрывает, как раз ЖК, да. Аркис тоже проигрывает, ЖК выигрывает. Почти это 3 течес. Акиры сейчас будет тоже выбирают стол. Очень сильно тут сейчас будет. Да, все уже вставляются. Ну, Маркизу тяжело без голден ролла было играть. Тут 3 голден ролла и Маркиз остались.
как еще вот можно усилиться НЖК, да, у него 2 Свена Т1. Молиться, Турфис. Ну, Буков Деда нет, нет. Дефает. Маркиза дефает. Маркиза Гена убивает и третий убивает. Вот один на один они остались, они уже без роллов стоят. Но там Book of Dead. Сильные Киры, Дагон, Темпларка, Ассасины. Ну, очень сильно тут все. Очень много всего есть. И здесь шаманы, пока только два шамана. Орки. Опа, шмота нету. Не знаю, как тут тэтчесы кастят, не кастят. Тут Book of Dead, может, даже вообще не кастят они. Гена, ты же понял, кому аркану отдашь. Ну, пока что еще аркану кто не заработал. Ребят, ставочку. Давайте ставочка ЖК или Амуфармус, да? Пару минут давайте я вам сделаю. Хотя тут, наверное, не надо такую ставку делать. Ну, давайте просто сделаем. Давайте 2 минутки. У нас будет. Жаль, ни у кого в игре не было карточек. Да, вот так получилось. Ребят, 2 минутки, ребят, ставка. Гены века, здесь века, все, они оба века. Ну тут предметы жесткие, тут как бы фавориты. Я написал ама, но пусть будет ама, то есть как-то изменить, а, ничего страшного. Ама формостов? Да. Ну вставки. Ну как бы ты вот на месте Гены тут разобрался, шаманов каких-то сделал? Элдер, если... Ну, Элдер нет в пуле, да уже. Да, шмоток в игре Ама прям вообще много получил. Пару молний. Почти этот. Аник есть. О, пятый догон. Пятый догон Book of Dead. Ну все понятно. Пятый догон Book of Dead. Гена сатаник, но он не поможет. Пятый догон, то два аркварда нет. Уже не контрится. Это Дагон или Тридент? Ну смотри сам, смотри сам. Я опять Дагон делал. Потому что он же с пятого Дагона сразу убивает всех. Еще разорил. То есть сходу два пятых Дагона, через 3 секунды еще минус 2 жертвы. Гена задефался. Гена задефался. Вот. Фандомчик пока. Я думаю, пятый Дагон все равно сильнее. Это левел, все, гира. Нет, тут нереально победить. Я думаю, что нереально, да. Да, сатаник есть, но пока не дает. Шаманов, наверное, смысла нету делать, они пока превратятся, уже умрут. Это дегон не контрится. Я смотрю все время, ну, на стол Гены, и у Ама Формосус, у него прокает просто книга божественно.
постоянно фулл стол в этих сумонах. Супер, я не знаю, вот 3 Тэчса, 3 Гира. Что здесь не хватает? Все есть. Все, что надо, все есть. О, 4 шамана. Стайл Гена. Но пока они превратятся, они уже умрут, да. Гена не знает, как сатаник сделать. Не знает. Где он у него? А, вот сделал. Тут уже в полку, наверное, станет надо. Шамана. Работает. Блять, Гена просто гений этой игры, вы понимаете? О, сработал он, Гена, реально круто. Он на лютом рандоме просто побеждает, просто благодаря Зевсу, но он просто гений. Да, дело-то не гений. Единственное, что, не сейчас проще было бы... Тироблейд какой-нибудь появится. Нет, не проще было бы апнуть Тэчис от Т2 через Беспа и вместо Зевса Т1 поставить. Ну, можно, да. Ну, а, не-не-не-не-не, точно нет, точно нет. Нет, Гена, кого ты слушаешь? Так нет, я же спрашиваю. Ты даешь. Ну, я думал, здесь уже стоит ты, что тут не стоял, нет. Так они, у тебя все равно задержка. Тут точно нужно было ждать этого либо Гира, либо Зевса. Тэчис очень не нужны. А Зевс есть в пуле? Вообще бы я бы продавала здесь Тэчис и ворвала бы Зевса второго либо. Да, 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 именно так и надо было. Сэнчик ворвался, но Сэнчик... Да за что это? О, ты три Зевс, кстати, Магена. Тэчис тут сработал, но... 21 здесь. Победили. Ну, я тебе говорю, рандом просто. Ну, у нас Гена, тут рандом. Гена есть, мага. Лютый. Ну, очень плохо, да? Ты подсказал. И сейчас придет Зевс. Так, а есть в пуле Зевс? Да есть в пуле, да. Зевс. Вот Гира, то есть, ну, можно было 22 Гира поставить, либо 22 Зевса, но Тэчис точно тут уже не играл. Ну и да, я бы еще У него денег все равно нет. Да, и шмот все-таки получше. Надо было продавать этих Тэчисов. Чем Варквардон, да. Сэмчик, Сэмчик, ужас. А он-то меня, думаешь, слышит? Ну, Кукин стрим получается, просто слушает. Даже стрим. У него же получается. Он с... Я начал говорить, а он уже начал... У меня задержка только у тебя, наверное. Там задержка 3 секунды на стриме. Нет, задержка... Это все равно, понимаешь, это чёрт, мозговые чёрт. Волны. Конечно. Дела. Я подумал просто. Я просто вижу, что у него бабок нет. И всё. Просто на рандоме. Да, просто продать надо было их. Всё, мне кажется. Это, ладно. Дело как сделано, да, так сделано. Да нет, он гений. Я считаю, Гена это гений. Одна шмотка всего. Вот Тэчис Т3, а Кир с Тэчисом. Лазер. Ну, лазер, конечно, то не туда. Лазер. О, Гира Т2 все-таки поставил. Кого убрал? Он продал Тэчис. Ну да. Блин, шмот бы, конечно, если был бы Book of Dead, конечно, Варлока. А так в Клобу надо давать, она же все-таки тут... И под Energy хорошо. И выживаемость, и она демон. Тринадцать хп. Чен. Чен сейчас Зевсарис нет. Не успел. Не успеет, к сожалению. Да, не успел. Было бы интересно это посмотреть. Чё тут рандом? Надо шмотом туда прозвать, Зевс.
шмотом надо разобраться. Вот сюда надо. Уже, кстати, Рики Мартин. Любимый. Шмот плохо сидит такой. Вот варк-варк не должен, потому что он шаман. Почему? Господи, как же тролль просто сносит пол стола. Да. Едино выбиваю, джи-джи. Ама Фармасос, получается, выигрывает Аркану. Так, поздравляем его. Гена сражался, чуть-чуть не пошло. Джи-джи, ребят. Ну, я считаю...